Всем доброго здоровья. Мы возвращаемся домой с воскресенья, со службы. Кстати, всех с воскресеньем Христовым. Вот наша асфальтированная дорожка. Через несколько секунд она заканчивается. И наступает натуральная реальность, в которой мы будем пытаться попасть домой. Благополучно выехали, а вот заехать, сейчас посмотрим. 16 километров бездорожья. Переключимся и поплывем. Так, Господи, благослови. На второй поедем. Тут был очень большой дождь. Ну ладно, пока мы прерываемся. Помощью вылезли мы. Не получилось у нас не засесть. Чистыми не получилось, но зато все равно едем 2 часа. Вот такая вот машинка. Ну, пацаны утром-то ехали как супер. Ну, дождь еще если прошел. Если бы дождя, да, бы не было, ну вообще. Ну все, перелез, как говорится. И радуга после дождика, слава Богу, дороги завет такую Господь красоту сделал, с нами завет, со всеми.